Ростелеком создает в Югре самые настоящие цифровые новостройки. Новоселам доступны высокоскоростной интернет, умные счетчики, видеонаблюдение и современный домофон. Открыть дверь в подъезд можно со смартфона. Самое главное, я обеспечиваю безопасность своего имущества, своего двора и, самое главное, своих близких. Я обезопасил, я знаю, кто ко мне пришел, я знаю, что если мой ребенок потеряет телефон, он может, набрав вызов квартиры на домофоне, он всегда дозвонится до меня, даже если меня дома не будет, я смогу его пустить в подъезд, я его смогу пустить во двор. В общем, безопасность – это то, что обеспечивает сейчас цифровые сервисы. В новых жилых комплексах применяется технология оптика в квартиру, которая обеспечивает пользователям сверхвысокие интернет-скорости и дает доступ к массе телекоммуникационных сервисов компании. Интерактивному ТВ, домашнему видеонаблюдению и не только. В таких цифровых домах даже счетчики, установленные Ростелекомом, с умной начинкой. Жители могут через мобильное приложение отслеживать свои показания в режиме реального времени. Не нужно каждый раз заходить в личный кабинет ресурсоснабжающей организации, подавать показания. За них это делает управляющая компания. То есть все данные собираются в едином личном кабинете управляющей компании, которая передает эти показания уже к ресурсникам. В Сургуте и Нижневартовске, к слову, уже построено 7 цифровых домов Ростелекома. Для жителей этих городов, а также Нефтьюганска, Радужного и Нягани, подключение к интернету станет еще приятнее с тарифом технологии выгоды «Лучший старт». Цены от 660 рублей в месяц. Высокая скорость связи, до 150 каналов и сотни минут на звонки и СМС. Не зря Сургут вошел в топ-20 городов мира с самым недорогим интернетом, выяснили аналитики проекта «Будь мобильным». Самый крупный город Югры обогнал по этому показателю Париж и Гонконг.